Так, это Шерм-эль-Шейх. Сверху это наш сегодня последний день. На улице пекло стоит. Тут вообще красота. Все, вон сейчас вот были вот в этом шоппинг-мал. Он большой такой, как наша планета, но он разбросан. Тут три этажа, но он разбросан вширь туда, вглубь. И это, продавцы. Россия. Я люблю Россию. А что, говорит, вас так мало в этот раз? Я говорю, не сезон еще, поэтому и мало. А у нас, говорит, работы нет. Россия перестала сюда ездить. Вон, все, вон, позакрывало все. Это вот только снаружи. Это все закрыто, это все были павильоны. Они все функционировали. Вон, ресторан стоит. Вон ресторан. Не знаю, видно отсюда, не видно. Вон, приближу его. Ну, прям солнце в глаз светит, я не вижу ничего. Вон, все зачехленное. Все, ничего не работает. Фонтаны не работают. Все, труба, блядь. Египет нахуй погибает, блядь. Ну, сейчас вроде более-менее русских стало много ездить. Туда этого, говорит, хохлы ездили. Пусть, говорит, они лучше вообще не приезжают к нам. Не знаю, почему у них хохлам такая... апатия, ну, короче, не любят они здесь хохлов. Потому что попрошайки, наверное. Да, вот это вот все не работает. Все же где-то. Вот с момента, как это началось все. Эти боевые действия, все это. Санкции вот эти вот америкосовские деда Бидона. Ну и вот, значит, все, люди без работы остаются. Здесь паломников, кочевников немерено стало. Говорят, столько раньше не было. Сейчас, если есть работа, за нее зубами держатся. Я уже говорил, что бабы здесь не работают. Здесь в основном одни мужики работают. Куда ни плюнь, везде мужики, везде. Магазины понаоткрывали. Товары не продаются ни хрена. Они тебе уже со скидкой узнают, что ты русский, скидку тебе дадут от 20 до 50%, лишь бы ты что-нибудь купил у них. Так, это мы идем на выход. Вот это все, вот это вот жилой двор. Вот если бы у нас так было, это жилой двор. Здесь люди живут. Ни у кого ничего не воруют, нет никаких решеток на окнах. Можно через балкон на улицу выйти. Вон, гараж внутренний. Машины там стоят. Парковки внутренние. Темно, правда. Ну, машины стоят. Ну, красиво люди жили до войны, пока война не произошла. Вон, все подстрижено, все как это. Столики прям под окнами стоят. Никто ни стулья не ворует, решеток нет. Дверей железных вообще, наверное, знать не знаю, что такое железные двери. Вот первый этаж, парковка. Все в видеокамерах кругом. Столько парковочных мест. Почему у нас такие дома?
не строят. Если строят, то парковочные места, блядь, чуть ли не стоимость квартиры, блядь. Все в пальмах, все подстрижено, все конкретно, все реально. Египет. Мы же с ними, как-то мне кажется, если мне не изменяет память, они же наши как бы друзья были. Как бы, как, так же, как и Куба. Эскалатор только так работает своими ногами. А когда это гостиничный двор? А может и не гостиничный? Ну, по крайней мере, красиво. Ну вот, это все в запустение пришло. Все, такое ощущение, что нам бойкот Дед Бидон объявил через эти все страны. И эти все страны в нищету упали. Без нас, без России. Да? Охранники заняты телефонами, интернетом. Сейчас, ну это, наверное, это велогоны на прокат здесь. Ну что-то их мало, у нас только самокатов. У нас самокатов больше, чем у них велосипедов стоит. Электросамокатов больше, машин, чем посмотрите, машин вообще. Да, можно в футбол играть, выйти на дорогу. И как я помню, 70, скажем, 5-й год, не переходи дорогу, пока машина не пройдет. Ребенок в школу опаздывает. Мне мама сказала, пока машина не пройдет, дорогу не переходи. Вот это вот, видимо, про Египет, про Шерм-эль-Шейх. Непонятно, машины везде стоят. Четырехполосная дорога. Да, четырехполосная дорога. Вон, какая-то заблудшая овечка появилась. Это такси. А, и то это такси проехало. На заказ. Ну вот так вот. Без Советского Союза, без России помирают дружественные страны. Как машина без бензина. Как машина без бензина, нам так сказали. Мы, говорит, без вас, как машина без бензина. А вот здесь вот, в Шарм-эль-Шейхе так сказали, что как они без русских, как им тяжело.